Глава Новополоцка Дмитрий Демидов станет гостем передачи «Разговор в прямом эфире». Задать свои вопросы руководству города, а также предприятия «Нафтан» горожане могут 15 июля с 14.15 по телефону 59-84-83. Транслироваться передача будет на частоте 98.1 FM. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды с 8 июля по 8 августа проведет акцию «Отдых без вреда природе». В этот период будут организованы рейды по предупреждению нарушений гражданами природоохранного законодательства. Большое внимание уделят разъяснительной работе. Воспитанники 32-го детского сада Полоцка получили самую высокую награду – премию «Мототалап» – «Сияющая звезда» всемирного онлайн-конкурса по робототехнике и вышла в финал состязания. В этом году оно посвящено исследованиям Антарктики. Детская библиотека имени Пушкина в Новополоцке запустила онлайн-марафон к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Колоса. До конца октября любой желающий юный читатель может снять видео, как читать стихи белорусских классиков, и отправить на электронную почту библиотеки.